Эдвард, сюда! Я кое-что нашел. Ты должен видеть. Ну же, сюда. Сосредоточься, Эдвард, постарайся. Забудь про тени и звуки. Смотри в суть вещей, пока не увидишь странное мерцание. Мерцание? Знакомое чувство. Оно у меня с юности. Будто используешь все чувства разом. Видишь звуки и слышишь формы. Вот так фокус. В каждом на этой земле, будь то мужчина или женщина, таится особое чутье. У меня всю жизнь. Я нашел тут еще кое-что. Уверен, ты разберешься намного быстрее. От этого так и веет тайной. Здорово, да? Подожди, увидишь, что тебя ждет в конце. Как думаешь, что там наверху? Зная Дюкаса, я не удивлюсь, обнаружив там разнообразные орудия пыток. Железную деву или тиски для пальцев. Или даже грушу.
Вам придется плач. Капитан! Идите ногами! Так, нам нужно... Здесь нам не пройти. Не даст. Капитан, нынче чудный день для грабежа. Есть идеи? Я бы с радостью показал англичанам, что почем. Если мы заберем их золото и пустим на славное дело, я буду рад. Ты становишься валийцем, Абе? А твоя цель? Кит намекал, что в Тулуме ждет неплохая добыча. Правда, это не близко, это на Юкатане, далеко на западе. Ты ему доверяешь? Не знаю. Но в чем ему не откажешь, это в умении разбудить совесть. Мне нужно его видеть, и скоро. Если заодно вы возьмете хороший приз, думаю, команда поймет. Берем курс на Тулум. Ладно, и пусть.
бы. Señor.
Ashkubeti kleti waye. Chocano tustal ambi. Keshma uyuheleti. Un tula kubus, kubukin tikuno, un tol winig sub, ukonigel mashake, ukahu masubtal, yang waltiletie.
Проклятие, Кит! Во что ты меня втянул? Эти монахи что, сторожат мои сокровища? Да. Я обещал открыть секрет, но не обещал, что будет легко. Давай откроем дверь и посмотрим, что там. Ты втянул меня в это, ни слова не сказав, Кит! Что это, черт возьми, за шут был там? Говори! А Табай, ассасин и мой наставник. Так ты увяз в какой-то нелепой религии. Мы ассасины, и у нас есть кредо, да. Но оно не требует от нас покорности, лишь мудрости. Ну, расскажи, очень интересно. Ничто не истинно, все дозволено. Вот то, в чем можно быть уверенным. Все дозволено? Мне нравится, пожалуй. Думать, что хочешь, и делать, как знаешь. Ты как попугай, а смысл не понимаешь. Хватит меня поучать, Кит! Может, понять, что она что-то понимает. Промыли маски. Я обчухиваю теперь нам всякую чушь. Дальше пути нет. Это дверь, похоже. Да.
Она должна как-то открываться. Тайный механизм. Лебедка? Блоки наверху. Попробуй сдвинуть. Смотри, Кенлоу, это тебе не по тросам лазит. Так это за вами гоняются тамплиеры? Пока ты не спутал нам все карты, это мы гонялись за ними. Мы обратили их в бегство. Но теперь они сильнее. Кажется, механизм сломан. Придется идти в обход. Не отставай! Нормальный герой всегда идут. Прыгай! Обругать тебя хватит! Наверное, там сокровища. Да, точно. Надеюсь, я трачу столько времени не напрасно. Зависит от тебя. В смысле? Я покажу тебе такое, что голова пойдет кругом. Надеюсь, ты выдержишь это. Не сомневайся. Это он? Великий приз, про который говорил наставник. Он совсем не похож на того мудреца, увы. Не расслабляйся. Нас ждет еще одна загадка. Нашла. Статуи вроде тех, что мы видели раньше. Только с рисунками. На полу тоже есть рисунки. Но совсем другого рода. Между ними точно есть связь. Но какая? Животные на статуях и на полу отличаются друг от друга. Видишь? Нет. Да, одни хищники, другие добыча. Но как их соотнести? Непонятно. Да, вот тебе и связь. Совместить хищника и добычу. Надо отпустить.
помоги мне, ладно? Что за чертовщину я там видел? Джим! Видишь этот храм? Огромный. Да. Там, наверное, полно золота и нефрита. Должно быть так. Иначе откуда его взяли, Даго? Вырыли из земли, нет?
Вот уж, благодарю покорно. Море глад, если такое повторится. Yes, you. Any last words? Этих солдат привел работорговец. Лоуренс Принц. Stand still. I'll have your scalp. Капитан! Thank you.
проклятые рабовладельцы!
Выходи на честный бой! Боже, ну и дела. Я скажу тебе спасибо потом, если выживешь. Знаю, наше кредо тебе пришлось не по вкусу. Быть может, деньги расположат тебя к нам. Почему не по вкусу? Само собой. Выполни для нас эти контракты, Вест-Индии, а мы заплатим. Все просто.
зажать кнопочку и двигать карту. Здесь. Настал